Костян, тема такая. Школа корпоратив. Заказчик хочет Киркорова. Цвет настроения идти его мать. Синий. Кто? Песня. Ваня, ты понимаешь, мне это 100 лет не надо. Я тебе предупреждал, вот эти мне пародии, Киркорова, Шмиркорова, у меня вот тут сидит уже. Вот, я уже пародировать не хочу. Я буду петь. Извини, конечно, я пойду пусть. Ты не понял? Очень хочет. Что сказать, как зовут? Стас. Приличные люди просто перфект. Цвет настроения синий. Цвет настроения синий. Он не бухал уже 2 года и 7 дней. Но у компании сегодня юбилей. Стас решил, что можно раз все громче звук сорвался. Стас, цвет настроения синий. Стас, он тусует на корпоративе. Запивал вином коньяк с мартини. Цвет настроения синий. Бухгалтер стала для него богиней. Под песню синий иней опять проснулся на чужой квартире. Бухгалтер Ася не могла предугадать, что Стас напьется и к ней будет приставать. Да, да, сказала Аза, да. С ним курс валюты ерунда. Цвет настроения синий. Начался похож на старый рок лосиный. Под песню синий иней плясала так, что порвала лосины. Цвет настроения синий. Он вылил кружку пива ей в бикини. Под песню синий иней и стала для него морской богиней. Настроение синий. Стас, он тусует на корпоративе. Под песню синий иней он запивал вином коньяк с мартини. Цвет настроения синий. Он вылил кружку пива ей в бикини. Под песню синий иней и стала для него морской богиней. Кто-то что-то сказал.